You have 10 minutes maximum. Sometimes commanders can be too strict. Will there be another chute packing violation, guys? Do you want to live? Yes, sir. Or too perceptive. Right now, I see that you don't. You'll be fired sooner than you want. Because even the strictest commander was once a raw recruit himself. There's no room for errors or anything. It's people and an expensive submarine. Forget your civilian life. You're in the Navy now. We swear. You'll want your mother. But instead of parents, now you've got a commanding officer. Laying in 224. Your new home's on the water and has firepower. Fire! Alert, torpedo attack. But you'll soon get used to it and say, Mom, I'm a sailor. One day you'll look back on your service with the Baltic Fleet as the best time of your life. We're ready for battle. Both military maneuvers and parade are over. Now the Corbett Sabrazitelny returns to base in Baltiisk. The seamen are in good spirits and long for some music. Одеялом лоскутным на ней город в дорожной петле, а над городом плывут облака, закрывая небесный свет, а над городом желтый дым, городу 2000 лет, прожитых под светом звезды по имени Солнце. Кубриков один, вот Розариус. Сейчас все будет, он сейчас прибежит. Он уже с гитарой улетел. One of the guitarists is called to a duty post. Боец! Стоять! Фамилия? Никифоров. Боевая часть? 3. Командир какой части, фамилия как? Лейтенант Каракаш. 5 Каракаш? Очень даже интересно. Ну, давайте сюда гитару. But junior lieutenant Каракаш knows nothing about the impromptu concert. Командир в части скажешь, пусть зайдет ко мне за гитарой. Есть. Все, вперед. Живее давай. The Magnitogorsk 2 has finished its job. Now it's time to surface. Глубина 40 метров, слушай. Акустик, прослушать горизонт на глубине 40 метров. Штурман, курс, точку всплытия. Акустик – это под водой, это самые главные глаза и уши, как про них говорят. Это человек, который дает командиру надводную обстановку и что происходит вообще. Это вот акустика в подводном положении – это единственное, о чем можно судить, что происходит наверху. Знаешь, когда смотрят на всякие подводные лодки на глубине 40 метров, там чайник нет. Есть. Акустик приготовит тракт ИД к работе, приготовится дать 3 пузыря на поверхность. Всплытие, наверное, еще более там важный, ответственный момент, потому что я буду первым человеком, который увидит надводную обстановку, да. И я принимаю решение там на всплытие, на поднятие перископа, чтобы все это увидеть. И что там ожидает, остается, ну, не то что догадываться. Мы, конечно же, выполняем все мероприятия. Акустик все прослушает, прослушиваем кормовые, курсовые углы. Но может случиться так, что есть какое-то судно, которое в дрейфе стоит прямо по курсу, и его не заметили активными средствами. То все может быть. Дать первый пузырь на поверхность через среднюю. Дать первый пузырь на поверхность через среднюю. Есть, дать первый пузырь на поверхность через среднюю. Дать первый пузырь. Дать второй пузырь. Есть, дать второй пузырь на поверхность. Есть, дать второй пузырь на поверхность. По большому счету мы всплываем в неизвестность. Мы полагаемся только на акустика, который слышит, что кругом. Но у нас настолько сложные типы гидрологии и моря, что мы можем кого-то не услышать. И прежде чем поднять перископ, мы даем воздушный пузырь на поверхность. Дается их 3
штуки, три пузыря. Акустик, дать третью посылку тракта МД. Есть. Да, третья посылка тракта МД в обычности сверху нет? Есть. Дать третью пузырь. Есть, дать третью пузырь. И он на поверхности моря вышел один по курсу движения корабля, вышел другой. Если кто-то поблизости видит, а потом вышел третий, он видит направление движения подводной лодки, всплывающей. Если это нормальный человек, который тоже хочет там жить и дальше развиваться, он увидит этот пузырь, и он повернет в сторону. Потому что эти пузыри, они как раз показывают направление всплытия подводной лодки. Есть, да, Андрей, не пузырь, поехали. Выполнить точно быстрый. Точно быстрый. Включить ходовые огни пульсара СБ на мигание. Риск присутствует везде, в любом отсеке. В торпедном, в другом, там, в центральном, во втором, третьем и так далее. Потому что все может возникнуть неожиданно, и никто к этому не будет готов. Может случиться все, что угодно. Тем более в подводном положении это очень опасно. Боссон, всплывать на глубину 9 метров, дифферент там 5 градусов на корму. Всплывай на глубину 9 метров, слушай, отсек. Есть. Журнал. Есть, стой. Есть первый всплывать на глубину 9 метров, слушай, отсек. Есть первый. 18 метров. Поднять носовой перископ. Самый, наверное, трепетный момент, это вот когда выходит перископ носовой, смотришь по сторонам, и уже нужно сразу же оценить ситуацию. Есть ли опасность для подводной лодки, есть ли опасность для экипажа. Если опасности нету, то уже даешь команду боцману на всплытие. Боцман, всплывай. Ну, а если, не дай бог, что-то происходит, нужно давать команду срочное погружение, и мы, грубо говоря, камнем быстро должны оказаться на глубине 40 метров. 15 метров. Опусти, подними. Есть акустик. Есть. Опусти, подними. Есть. Стоп. Поднимай. Стой. Еще раз. Еще раз. Стоп. Давай. 14. 14 метров. Носовой сектор чист. Али, давай, иди делай перископ. 13 метров. Носовой сектор чист. Marines from the Baltic Fleet are also involved in the mock battle between the Magnitogorsk and Zabrazytelny. They'll fight on the corvette side against the submarine. They must be prepared. There are just 10 days to go, and the closer the battle, the harder the training. Смена. Учебное место номер 4. Преодоление психологической полосы. Вольно. Marine recruits Artyom, Hakim and Alexei are in the same unit. They've already passed an accuracy exam, and now the instructors will put their nerves to the test. Противник силами до 5 человек незаконных вооруженных формирований находится в поселке Бомбуровка в одном из зданий. Ваша задача с рубежа развертывания Белый дом выдвинуться и захватить здание. Противника уничтожить. Вопросы есть? Никак нет. Нали. Во. На исходный рубеж. Бегом. Маш, психологическая полоса предназначена для выработки у военнослужащих высоких морально-психологических качеств в условиях, приближенных к боевым. Обозначается противник, ведется плотный огонь. Специально создаются такие условия, тяжелые, приближенные к боевым, чтобы военнослужащие каждый преодолевали свой страх. Огонь, шум, звуковые эффекты различные. Михей, справа от меня, Аким слева. Идем тройкой, перебежками, как учили. Зигзагом. Не было еще ни разу. Зигзагом. Давай быстрее, да, Аким, догони. Первый пошел вперед. Третий пошел. Вон туда, за эту. За резину вставай. The cartridges may be blank, but it's still scary. If an enemy is shooting from above, there's nowhere to hide. Ты
пошел. Artyom is on edge. He almost falls, but in psychological preparation, there's no room for fear. Тыри окно. A serious mistake. Alexei's been shot and seriously wounded. Akim provides his teammates with cover from below. He was lucky not to be hit. The terrorist is returning fire and doesn't seem to be giving up. Once again, the captain has called for the hapless junior lieutenant. But this time, Karakash has no idea what it's about. Заходите. Потрудитесь объяснить, откуда взялась эта вещь. Матроса Никифорова. Днем. У меня боец, музыкант. Боец, музыкант. Я вам рассказывал, что делать с бойцами-музыкантами днем. Вам что, непонятно опять? Ну, все понятно, но... Вы опять выбиваетесь в лучшую, в кавычках. Товарищ командир, ну, тоже иногда надо и личный став чуть-чуть разгрузить. Тем более, вот что это было 2 часа дня. Не надо. Это вы обидно. Пока не успеваете ничего сделать. Вам не надо ничего разгружать. Вам нужно заниматься его подготовкой. Понятно, нет? Точно. Решите забрать? Нет. А что делать? Как потом идите забрать? Сами вместо гитары вам подпевать. Я даже не умею играть на этой гитаре. Но гитара матросская. Я все равно попадаю. Что ж поделать, такова доля командира боевой части. По выходным занимается самодеятельностью. Кто-то занимался и на гражданке до этого. То есть, в принципе, я это одобряю. Но когда это занимается этим время боевой подготовки, меня это очень сильно настораживает. И командиру БЧ-3 повезло, что я не выкинул ее. Не пришлось ему покупать ее в свой счет. Before putting to sea, a technician repaired the hydraulics on the periscope. But that wasn't the end of the problem. Когда поднимали, когда всплывали, были моменты, когда перископ не вставал ровно, и мне приходилось его на полметра спускать, выравнивать, потом вставить обратно. Потому что понимаю уже с полсмысла, что мне делать, вот, если вдруг какая-нибудь неисправность. 12. 12 метров. Много существует аварий на флоте, что командир не смог вовремя принять, отдать команду и принять решение на срочное погружение. Это столкновение с надводными кораблями. Были такие случаи, поэтому нужно себя готовить. Вылазь, вылазь, вылазь. Вышел носовой перископ. Носовой сектор чист. Носовой сектор чист. Ну, вроде все нормально. Я смотрел горизонт. Что-то внезапно закрыло окуляр перископа. Это баклан, мать. Словами чувство это не передать. Я думал, что что-то я просмотрел. Это произошло за доли секунды. Это чайка летела. Она получилась так, что на доли секунды закрыла окуляр перископа. Ну, я думал, что все. И тюк улетела, и я думаю, слава богу, это птичка. И все, и еще раз более тщательно все посмотрел вокруг, осмотрел горизонт, воздух. Ближний, дальний горизонт, воздух чист, боцман, всплывай. Доли секунды этот момент, конечно, можно сказать, что даже, наверное, хорошо, что он произошел. Я теперь знаю, какие чувства меня будут обуревать. Я буду готов к этому. Слава богу, что это была птичка, а не борт корабля. Мне не нравится, что-то в правый борт било и какие-то эти звуки непонятные. Пока ничего не происходит, слава богу, да, там это все спокойно, все хорошо, мы там в море ходим, радуемся жизни. А если что-нибудь произойдет, это будет... Ну, дай бог, чтобы ничего не происходило. Когда читаешь про гибели других подводных лодок, там аж волосы дыбом становятся, что люди переживали, там какой страх, там еще что-то, ужас, и там как терялись там, поэтому... О плохом думать не стоит. А если будет
экипаж на меня смотреть, что я весь задерганный, что я теперь боюсь, я боюсь там погружаться, всплывать. Это отразится не только на мне, на моей семье, на моем экипаже и повлечет за собой какие-то последствия. Поэтому даже если такие мысли и могут появиться в голове, их нужно отгонять. From periscope depth, the Magnitogorsk is climbing towards the surface. Стоп-мотор, продуй среднюю. Это стоп-мотор. Есть стоп-мотор. У меня вот стоп-мотор. With the surfacing out of the way, the Magnitogorsk will soon be making for Baltic Bay. Продуй на среднюю. Есть. Загерметизировать центральный пост. Подать воздух на телефон сирену. Подать воздух на телефон сирену. Радист, на СС-750 для первого передать исполнил волну, замечаний нет. Есть, принял. Адрайан, урел! Есть. Московское время 13 часов 44 минуты, Адрайан, верхний рубочный люк. Есть шестой, есть первый. Центральный мостик. Есть. Проверка связи. 95 баллов. Есть. Первым поднимается командир для того, чтобы опытным там каким-то взглядом оценить безопасность вытия, безопасность продувания балласта, нахождение в позиционном положении. Это сейчас просто море спокойное, нормально. А море очень беспокойно, то надо всплывать там по волне, против волны, потому что лодка же, и она неустойчиво держится в надводном положении. Поэтому на большой волне может быть вероятность того, что затащит обратно под воду. Опускается носовой перископ. Продувать балласт. Now they're starting to drain water from the ballast compartments. Я один раз всплыл. И вот тут вот рыбку нашел вот такую маленькую, валялась, вот так билась, причем здесь, на Балтийском флоте. Да она тухлая какая-то была, блин. Нормально бы сюда не забыла, как полудурочная, больная вот чем, блин. If you can't make your commanding officer like you, you can at least be popular among your comrades. So, Junior Lieutenant Karakash spent the night preparing a surprise for his fellow officers. О-о-о, стопэ, стопэ, куда заходите? Чё? Блин, вы вообще весь сюрприз хотите разрушить. Короче, блин, ладно, раз уже шли. Тут тему просто решил сделать. С интернета скачал картинки, известные всякими актерами, ну вот, которые могли бы быть похожи. Погоди, Марат, давай-ка ты сейчас сначала зайди, ты мне здесь нужен. Иди сюда. Ну вот, скачал, получается, беру портреты разных известных людей, которые были бы похожи на наших офицеров. А я там тоже есть? Логично, у меня все есть. Показывай. Вообще всю ночь сидел, искал. Прям вылитый, вот стопроцентный. Вообще пацан. Потом придумай туда, куда тебя повесить, чтобы было интересно. Смотри. Что-то сладкий слишком был. Ну ладно, не буду при товарищах. Вот со своей фотографией я не согласен. Вот она мне не понравилась. Нет, не похож. Вот остальные офицеры, да, там все здорово Леня подобрал. Моей фантазии на всех хватило, друзья мои. Та-дам! Вообще, какой секси-бой просто, красавчик. Да. О, вообще одинаковые, как две капли воды. Вон, пока что, парни. Любуйтесь, наслаждайтесь. Вон, смотри, вылитые. Что здесь происходит? Вот. Решил, товарищ командир, сделать такой сюрпризик. И повыше? Какую-то компанию. Да, видите, что... Но я не согласен здесь. Надо же как-то тоже привносить какой-то оптимизм. Не надо никакого оптимизма. И что-то вы опять не тем занялись. Где лучше учите что-нибудь. Выучить? Понятно, нет. Так точно. Я, кстати, не ожидал даже того, что командир посмеется. Я думал, грянет гром.
Нет. Командир поражал, молча и ушел. Это приятно. Для начала давайте с вами разучим несколько упражнений. Встаньте, пожалуйста, в круг, вокруг, вот здесь вот. An obstacle course is a real challenge for any marine. A professional therapist might help overcome the stress. 10 отжиманий. Приготовились. Данное мероприятие в обязательном порядке проводится с военнослужащими, которые убывают по заданию командования на выполнение каких-либо поставленных задач небольшими коллективами. Встали. Так, и первое задание вашей команде. Надо в парах перейти через бурную горную реку. Пара может поддерживать друг друга. Да? Игра заканчивается тогда, когда все переберутся на ту сторону. Ну, что касается психологов местных, то для них морпехи – это как отдельный какой-то такой научный проект. Они тут могут писать по нам чуть ли не диссертации. Ну, сравнить можно биолога и таракана. Палатки таракана в естественной среде. То же самое с морпехами. Раз. Два. Раз. Ой, как классно кому-то. Ну, я все-таки первым выпрыгиваю. Тихо. Держи меня. После тебя. Только удержать. Давай. Было довольно приятно то, что на данный вот этот урок у нас проводила такая, ну, милая такая, хрупкая женщина, а не какой-то там бугай в погонах, которого нам так полно хватает. Так, дальше ваша группа отправляется в лес. И на своем пути сталкивается с минной растяжкой. Ваша задача – перебраться с той стороны на эту, не задев веревку. Будет задета веревка, произойдет взрыв, погибает вся группа. Мне кажется, этих подобных уроков задание больше не обучающее, а такое релаксирующее. Отдохнуть от однообразности армейской жизни, постоянной напряженки, и заняться чем-то таким приятным. Можно просто перекидывать. Я тебе серьезно говорю. Один как-то пробирается туда, по барабану, ну просто попробуем. Наобум. Прыгай первого. Я тебе серьезно говорю. Вот так, вот у тебя на коленках, то ты вот так стоишь. Вот так? Да, чуть пониже его. Только держись. Ну, а поближе получается? Не-не-не, ближе. Я тебе говорю, ближе. В сфере того, какие высокие физические и психические нагрузки несут в себе служба ребят из морской пехоты, это еще элемент отдыха своего рода. Где-то посмеяться, где-то лишний раз пообщаться. Руку давай. Наоборот, ты его выше верни. А то если последний. Стресс, не дай бог ты за один. Ноги! Молодцы! За этот урок мы вполне так подрасслабились, кайфанули по полной. Мне понравилось, почаще бы такое. Спасибо большое за работу. До свидания. Так, взвод, слева от меня, в колонн по три становись. Правое плечо вперед, шагом. Марш. For the second time, the captain calls in the junior lieutenant. Could it be to do with the portraits? Заходите, Леня. Так дело не пойдет. Мы все здесь делаем одно дело. Все делаем одно дело. Понимаешь, что нет? Если кто-то делает его не так, потому что он что-то не знает. Вот ты что-то не знаешь, для этого здесь есть я. Я всему этому могу научить. Подсказать, где взять, где прочитать, как сделать. Если человек не хочет, это уже другой вопрос. Знания я понимаю, почему нет. Потому что лейтенантские погоны, потому что еще мало служишь. Если нет желания, тогда так и сказать, поднять руку, сказать, я не хочу. Желание есть? Конечно, есть. Если есть желание, надо слушать, что говорят старшие.
и выполнять все, что необходимо. Понятно, нет? Я понял, да. Впервые командир со мной разговаривал, так сказать, по душам. Ну, то есть все время то он орет, то он ругает, ну, вот как и должен делать командир. А тут он, как я понимаю, применил способ человеческого общения и отношения. Честно сказать, мне этот способ больше нравится. Чтобы вот это больше не повторялось, все остальные замечания тоже необходимо устранить, понятно? Я понял, точка. Я стараюсь, не буду исправлять. Я надеюсь, что он пойдет на пользу. Понял. Пойдет на пользу. Давай. Не задерживай. Прошу прощения, не повторится больше такого. Да? Сейчас. Давай. Веришь, ты в трубу? Есть.